Сегодняшний совет дня. Поразмышляйте в течение всего дня и вечером сделайте такое задание. Я хочу написать письмо своим родителям. И в течение дня походите с мыслью, с идеей, какой вклад, позитивный, дорогой вклад мои родители, мои мама и папа сделали в меня. И пусть этот вклад в течение дня сегодня открывается через других людей, через детей, через природу, через события, обстоятельства. И в конце дня напишите несколько строк и маме, и папе со словами благодарности, принятия, признания и со словами понимания того вклада, который они в вас сделали.